Привет, это магазин Alibaba. Сегодня у нас на обзоре чашки от Теламон. Их давно не было в наличии. И вот они снова с нами. Все чашки Теламон делаются из полуфарфора. По прочности он сравнивается с керамогранитом. Более того, чаши обладают крайне низкой пористостью. И за счет этого чаши вообще не текут. Сироп кальянного табака просто не попадает вовнутрь. Почти все чаши доступны как с глазурированием, так и без него. Суть в том, что глазированную чашу достаточно проще вычистить от остатков табака. Ну и вкус она передает получше, но это мое субъективное мнение. А вот что точно не субъективно, так это классный вид глазурированных чашек. И что немаловажно, глазурь на чашках Теламон не трескается. Первая разновидность – Теламон Туркиш. Это прямоточная чашка почти классической формы, средней глубины и размером забивки примерно 10-15 грамм. Толстенная, дольше прогревается, но зато долго держит жар, подходит для любых табаков фольги и калауда. Вторая модель – Теламон Алиан. Это чашка с очень небольшой забивкой в 5-7 грамм под фольгу и, как правило, используется под крепкие табаки с применением трамбовки, а также под дорогие табаки по типу Бонч или ВТО, которые не хочется расходовать слишком быстро. Теламон Evil Screw. Ее основная суть в том, что она похожа на болт. Это дизайнерское решение дает необычный внешний вид, но в целом это почти стандартная убивашка, которая подойдет для забивок покрепче. Несмотря на ее необычную форму, можно курить как на фольге, так и на калауде. Теламон Harmony. Она же гармошка. Классический фаннел от Теламон. Чашка крепкая как камень, очень качественно сделана, подходит под любые табаки, любые забивки под калаут и фольгу. Фаннелы особенно любят за удобство использования, поскольку сироп от табака не стекает в чашу. В общем, если вам нужен фаннел, то фаннел от Теламон — это один из лучших выборов. На сегодняшний день чашки Теламон в зависимости от модели стоят от 590 до 790 рублей. Актуальную цену можете посмотреть на нашем сайте Alibaba Shop, ссылочка находится в описании. Ну и конечно же, все чаши имеют уникальную расцветку, поэтому найдите ту, которая вам больше всего понравится. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного.